Доброе утро, дорогие мои! Сейчас я буду шить самый простой сарафан, который только можно сделать. У меня есть вот такая ткань, это купон. На разных фонах один и тот же рисунок напечатанный. Белый, голубой, желтый я нашла, как украсить, что из него сделать. Но вот из черного мне ничего в голову не приходит. Ну, естественно, это я брала на детскую одежду. И не знаю, почему я взяла черный. В общем, что-то из него надо делать. Цветы красивые, проработанные, реалистичные. Я пошла самым простым путем. Купила вот такой маленький топик, маечку. Очень маленькая маечка, 25 сантиметров, то есть обхват 50 сантиметров. Умеренно тянется. Сейчас ребенку она свободна. И я сейчас к этой маечке пришью вот такую юбку с посадкой. Вы сейчас увидите, как шить самый быстрый сарафан в мире. Необходимо срезать все лишнее. Стачиваю шов. Единственное, ну, наверное, это будет шов спинки. Складываю изнаночными сторонами. И соединяю это. Прокладываю вторую строчку. Все, теперь я намечаю центры. Вот здесь. На четыре части я разделяю эту юбочку, чтобы было с чем совмещать. На майке я тоже со всех сторон, сейчас не знаю, с какой стороны она мне понадобится, тоже со всех сторон намечаю. Оборку на юбке я буду делать на своей любимой лапочке руфлер. Не знаю, сейчас получится или нет к такому толстому трикотажу ее притачать. Не будет ли лапка тут цепляться. Верхний срез юбочки. Лицевая сторона. Вот так. Шов будет сзади, вот это бок. Значит, будем пришивать вот так. Заправляем. Ставлю разметку. И заправляю. Рассечки я совместила. Поставила складка на каждом шагу. Здесь я поставила троечку. Сейчас будем смотреть, хватит или нет такого. И я шью на средней длине стежка. Так, вот рассечка идет.
Все. Юбочка притачена. Меняю лапку на универсальную. Обзор на лапку уже есть. Добавлю его в описание. Так, чтобы вот эта ткань не распускалась дальше, сейчас я зигзагом закреплю. Выворачиваем. Получилось вот так. Достаточно красиво. Складочки равномерные. Подгибаем низ. Низ я буду подгибать на 2,2 сантиметра, чтобы 4 сантиметра длины ушло. Все. Детский сарафанчик готов. Осталось только поутюжить припуски и швы. Сарафанчик на модели. Модель стесняется. Для полноценного образа косынка. Кстати, этот сарафан хорошо выглядит с темной футболкой. Получается как платье. Я сейчас не стала его мерить с футболкой, чтобы вы видели, что получается. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, Маша, чтобы приходили уведомления о новых видео. Маша. Всем креативных идей, творческих планов. Всех люблю. Пока-пока.